вы видите сейчас штатив, в котором стоят пробирки, в которые будет сливаться фолликулярная жидкость. Посредством УЗИ доктор смотрит и направляет иглу прямо в фолликулы. Дальше фолликулярная жидкость будет собираться вот в эти пробирки. И эти пробирки тоже стоят под нагревом. И отсюда будет сливаться жидкость вот в нашей чашке Петри, которую уже перед пункцией открыли. Да. Вот эмбриолог сейчас уже наблюдает. Теперь смотрите вот сюда. Вот он этот ацит. Доктор Маликов, ну увеличьте, пожалуйста. Вот ацит и окружающие его клетки кумулюса. Очень хорошо видно. Вот так выглядит ацит во время пункции. Вот так происходит поиск забора ацитов. В дальнейшем, когда пункция закончится, мы их посчитаем, скажем точное количество.